современной молодежи много талантов, но не каждый может реализовать их самостоятельно и осуществить все свои идеи и задумки. Креативность. Творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей. Эта творческая направленность врожденно свойственная всем, потеряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики. Креативность сегодня – это ваш успех, ваша популярность, ваш доход. В образовательную программу МГУ имени Шолохова уже на начальных курсах включены модули, направленные на развитие креативности и общекультурных компетенций. Естествознание, философия, словесность, культурология – это дисциплины, которые учат студента думать, размышлять, расширяют культурный кругозор. Они являются основой успешной профессиональной деятельности в любой специальности. Зачеты здесь проходят очень необычно. Мы защищаем публично проекты, делаем видеопередачи, радиопередачи. Здесь тебя видит личность, а не какую-то массу. Не ограничивает твою творческую свободу. Здесь тебя учат не стесняться своего мнения, учат выражать его творчески и непосредственно. В МГГУ имени Шолохова работает Центр культурно-воспитательной работы. Это слаженный коллектив, состоящий из профессионалов и самых талантливых студентов. Центр культурно-воспитательной работы – это большая творческая семья МГГУ имени Шолохова. Задача центра – создать максимальные условия для раскрытия творческого потенциала каждого студента. Для этого на базе центра были созданы различные студии. Вокальная студия, где вас научат не только петь, но и начальной нотной грамоте. Хореографическая студия, где вы познакомитесь с ритмами, танцами, пластикой, научитесь чувствовать и дышать музыкой. Студия игры на гитаре, студия старинного танца, а также фольклорный ансамбль в Ресе. Переплести непереплетаемое, объединить разные жанры в единую форму, поиграть немножко со временем, пространством, пожалуй, это для нас креативность. МГУ имени Шолохова. Творческое отношение к жизни.